нас маленький обзор машины. Внешний вид. Итак, интерьер автомобиля внутри. Панель управления. Вторая панель управления, где выводится скорость автомобиля, запас топлива, автомагнитола. Печка с кондиционером. Свет. Шторка от солнца. Пульт для автомагнитолы. Вот как он выглядит. Можно управлять на расстоянии. Запас колес, покрышек, летних и зимних. Ортопедические кресла. Легко ходят педали газа, тормоза. Сцепление. Прикуриватель работает. Печка хорошо греет. Хорошее зеркало. Магнитола читает также диски. И аудиовход есть. Динамики. Впереди два и сзади два. Также можно возить к коляску. Зеркало. Подушки безопасности есть. Руль удобный, мягкий. В багажнике также есть запаска и набор ключей. Кресло легко отодвигается, что дает возможность комфортно управлять машиной как высокому, так и низкорослому водителю. Машина очень маневренна в городском режиме езды.